надо брать. Ой, тут написано, что мой счет в Кукибанке кто-то взломал. Папка, папка, а какой у меня номер счета? Какого счета, Файлик? В банке. Мне написали письмо, что кто-то пытался украсть оттуда деньги. Но я, честно, ничего не трогал. Только хотел игру купить. Файлик, никуда ничего не води. Ты уверен, что это Кукибанк? Такие письма часто рассылают мошенники, выдавая себя за банк, интернет-магазин или отель. Торопят и пугают тебя, чтобы ты заволновался и быстро им все написал. Вот, смотри, тут нет ни имени, ни данных, потому что они их не знают. Не всегда воры работают так топорно, так что будь аккуратнее. Открывай сайт не через ссылку из письма. Или лучше напиши в поддержку сайта, или позвони в банк. Настоящие сайты твой браузер помечает зеленым замочком, а подозрительные – красным восклицательным знаком и может даже не открыть. Понял, папка. Я буду аккуратнее. А карту ты далеко не убирай. Тут игра.